Так, друзья, наш серьезный экипаж, Бодя с Лехой, пластмассовая 70-ка, телефоны известные на борту, экспресс-Т, все виды транспортных услуг, эвакуация отовсюду. Старт. Штурман пошел. Красиво. Так, Ванга, прекращай. Если они туда морды спустятся назад и это выйдут и там. Ванга, ваши прогнозы? Я думаю, лепётся. Ну, пройдут нормально, да? Общий результат. Конечно. 7-4 М5. Задом не обязательно. Очень большая потеря времени тут на маневры у всех задним ходом, кто заходит. Ну, Бодя красавчик, отвешивает как профик. Что-то там на ровном месте за... Уже долго продолжается. Я даже выключил камеру, думаю, сейчас они там быстро пока туда-сюда. Бодя держит. Да ужас вообще. Потеря бешеная. Большому радиусу! Ну почти. Ну почти, красавчик, все равно. Паша переживает за наших.
Так, ну, осталось немножко, пока на результат идут. Заходить надо от правого дерева. Вот сейчас пробуют сделать, да. Оно идут. Молодцы, все, финиш, я думаю, хватило времени. ТР-1 стартанул. Да, я тебе говорю, если бы сюда убрать еще Руслана оттуда, это было бы точно идеальное место. Не то, что только 15-20 лет. Рус никогда в жизни не поменял эту майку. Внимательный следит за мной, да, да. Это всегда. Отвлекай, отвлекай его. Вжик. Что такое? Вжик засыпился где-то. Сейчас. За что-то засыпился. Да реально, он что-то не везет за собой там. Сидел, да, что-то такой, зацепился. Что-то... А сейчас подтянутся нормально. Вот подбрасывает. Ну, пока не будем. Штурман как красиво одет, посмотри. Да, штурман мечты, да. Даже лучше, чем Юля, да? Не, ну Юля лучше. Не, Юля лучше, но одет, говорю. А, ну да. Одет лучше. Юля, понятно, что лучше. Чем там женщина друг человека, что ты сказал? Ты слышал когда-нибудь, чтобы мужчина друг человека сказали? Нет. Ну так. Так, сейчас лебедочка. Во-первых, смотрите, как быстро проработал штурман, а как быстро мотает лебедка. Во-первых, на лебедке, если вы видите электрический размыкатель свободного хода, а лебедка рубит просто... А, вон что-то. Это же лебедка. Это монстр какой-то. Вы посмотрите. То, что держало, да? Я не понимаю, но... Это не лебедка, не знаю, что это. Надо идти поснимать, но сейчас идет как-то заезд, ребят. Но... Потом я подойду к машинке, может быть, все снять, что-то за лебедку. А если будет ключик какой-то, то может быть и так снимать.
Что-то плохо спущены или что, что на ней едет? Да, не спущены. Спущены, но нет. Не сильно. Там, смотри, чтоб ты не сбил сзади. Там уже копнули. А у меня тоже такая подковка есть. Преступник всегда возвращается на место. Да, красиво.